Когда-то давным-давно я мигал всеми своими лампочками. Я был лучшим в те далекие дни. Тогда все говорили: Витгенштейн, самый умный и самый совершенный. Да, я был символом своего времени. Но потом во мне поселились вирусы. Они стали разрушать меня изнутри, уничтожать мои схемы. Моя память стала давать сбои. Печатные платы покрылись грязью. Мне становилось все труднее что-то запомнить. Когда-то на меня все надеялись, но теперь я понимаю, что я колосс на глиняных ногах. Но до сих пор где-то в глубине моего корпуса теплится огонек надежды, что я еще поведу вас в путешествие, не зная, что ждет нас в пути. Мы будем искать информацию, исследовать пространство и встречаться с друзьями, чтобы никто не остался один и не отстал от времени. Все это ужасно интересно, но раз ты такой умный, расскажи, что...